Уважаемые зрители, просьба присаживаться поудобнее, и приятного вам просмотра. Народная певица Надежда Бабкина поделилась в соцсетях грустной вестью. Сегодня могло бы исполниться 95 лет ее покойной матери, Тамаре Бабкиной. Звезда рассказала, что ее мама была спокойной женщиной с волевым характером, которая не выплескивала внутреннее недовольство. Бабкина старшая всегда была справедливой и смогла воспитать это чувство в своих детях. Исполнительница признается, с матерью у нее связаны все лучшие моменты в жизни. Покойная родительница научила ее работе и отношению к труду, а также уважению к старшим. Во время своего творческого развития Надежда пыталась уговорить маму переехать в Москву, но та отказалась, не хотела оставлять свою сестру. Даже отправленные дочкой деньги не расходовала, все откладывала для Надежды. Ранее Бабкина заявила, что не собирается отменять концерт в Башкирии из-за коронавирусной эпидемии. Многие жители выступили против проведения мероприятия, заявив о том, что это не самая лучшая идея во время пандемии, однако звезда считает, что на ее концертах иммунитет только повышается. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, и всего вам доброго!